В Тверском государственном университете прошел мейкертон по сборке машин Голдберга. Мероприятие проводилось под эгидой компании ООО «КСК». Команда победителей получила стипендию 60 тысяч рублей. Как это было, выяснила наша съемочная группа. Машина Голдберга – это устройство, которое работает по принципу домино, а в конце выполняет какое-то простое действие. То есть один элемент срабатывает, передает импульс далее и так по цепочке, пока не сработает последний. Для участия в соревновании командам необходимо было пройти заочный этап, предоставив сначала проект, по которому будет создан механизм, а потом непосредственно на конкурсе воплотить его в жизнь. Ребята должны были поднять бутылку воды, совершив перед этим 15 разных действий. Ребята могут попробовать реализовать свои первые инженерные такие проекты, понять, что в регионе сегодня существует индустриальный партнер, которому интересны инженерные кадры, которые востребованы в них. Мероприятие проходило при поддержке компании «Ключевые системы и компоненты». Оно позволяет отследить инженерные компетенции у студентов и школьников, увидеть, насколько нестандартно они мыслят и как работают в команде. Данное мероприятие очень важно для современной молодежи, на мой взгляд. Развивает желание, логическое мышление, конструировать сложные системы, механизмы. Такие люди в дальнейшем, после того, как закончат высшее учебное заведение, понадобятся нашей организации. В соревнованиях принимало участие 7 команд. Работу оценивала экспертная комиссия из 4 человек, которая на протяжении всего времени сборки внимательно следила за конкурсантами. Команда инженеров КСК также создала свою версию машины, но уже вне конкурса. Победителей мейкертона ожидает стипендия в размере 60 тысяч рублей на команду и возможность применить свои знания в компании КСК. Они получат такую, скажем, условную стипендию и в дальнейшем будут привлечены к более серьезным проектам. То есть они получат уже такую почти взрослую задачу под надзором наших специалистов, будут пытаться решить серьезную практическую задачу. На мейкертоне развернулась ярмарка вакансий от ООО «КСК», где участники и зрители смогли познакомиться с компанией, узнать об условиях прохождения практики, а также дальнейшего трудоустройства по окончанию университета.